Корягин. По правому флангу открывается. Шарову сбрасывает шайбу. Его подтолкнул Андрей Чевелев. Нарушений правил нету. Чевелев. Выход 3 в 1. Получается у Нефтехимика. Чевелев держит паузу, бросает и забивает. Андрей Чевелев за 45 секунд до конца овертайма приносит победу нижнекамскому Нефтехимику, забивая свою 8-ю шайбу. Отличная победа. Молодцы, то, что выстояли в меньшинстве, забили свои голы. Трюха очень нас выручил, помог нам. Большое ему спасибо. Ну и вся команда до конца верила в свои силы, верила в себя. И молодцы, забили хороший гол в овертайме. Мы уже привыкли к Дальнему Востоку, там, давно здесь находимся. И команда знала, что нужно забирать 100% эту игру. И даже на секунду не было мысли, что мы можем проиграть эту игру. Но 100% нашей.